выжила? Да нет, лось, смотря сколько брать на лопату. А на лопату он берет много, дабы, как выражается, не тянуть резину, а быстрее навести порядок. И за дня в день Андрей Филиппович расчищает тротуар от сугробов. Дворником при доме на Ускова 12 трудится всего год. Столько же живет в Барнауле. До этого проживал в деревне в Третьяковском районе. Именно там ему и привили любовь к порядку. Я работал водителем на ЗИЛу. Сейчас колхоза нет. Ну, колхоз распался там. Земля осталась, работы стало мало. Жить надо как-то. Дом, квартиру продал, все, решил переехать сюда. Ну, заработок есть, работа есть. А вы сразу нашли работу здесь? Нет. Да, в принципе, по объявлению. Только объявление только это вышло, я сразу позвонил, пригласили на работу. Как в деревне переехал, нисколько не отдыхал. Сразу переехал. 4 декабря приехал, 15-го на работу вышел. Летом все цветы политы, трава скошена. Зимой тропинки для пешеходов тщательно расчищены. Двор на Ускова 12. В любое время года, благодаря стараниям Андрея Филипповича, загляденье, говорят жители. Ну, он прям мужчина. Я говорю, Андрей, ну, снега поменьше бери. Прям так кидаешь, быстро устанешь. Он говорит, ничего не устану. И дальше продолжает. Берет снег и прямо вообще молодец. Такой прямо живой, такой прямо вообще. С удовольствием на него смотрим, как он работает. Менять профессию Андрей Филиппович пока не хочет. Устраивает практически все, за исключением одного. Как говорится, в семье не без уродов, но есть. Окурки бросают даже. Совсем наглую. Может на голову прилететь. Той зарплаты, которая вот сейчас у вас есть, ее хватает или хотелось бы повыше? Ну так, конечно, бы всем хотелось повыше. За дом платят 10 тысяч. То есть всего 10 тысяч, по сути. И вы готовы просто благоустраивать и дальше дом, территорию за такие деньги? Ну да. Было хорошо и порядок. В канун Нового года жители решили премировать ценного работника. Подготовили ему сюрприз – 13-ю зарплату. Андрей Филиппович уже знает, на что ее потратит. Купит подарки внукам. Ну а после семейного праздничного ужина – день на отдых, после сразу на работу, чтобы не запускать двор. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.